Друзья, всем привет! Очередное видео о заработке в сети, о заработке на своих сайтах. Вот, собственно, мы находимся на моем сайте, который я специально создал для того, чтобы тестировать на нем SEO-продвижение, тестировать на нем заработок в сети и рассказывать об этом уважаемым подписчикам. Много людей смотрело предыдущие ролики о заработке в сети, задают вопросы, пишут в личку. Вот я решил записать очередной ролик. Сколько реально зарабатывать в месяц на своем сайте? Ну, приведу некоторые примеры. Вот мы находимся на сайте, открыта статья «Выборы в Мосгордуму 2019. За кого голосовать?». Кстати, если вы живете в Москве, обязательно присмотритесь к этому списку и голосуйте против кандидатов от «Единой России». Придерживайтесь концепции умного голосования. Зайдите на мой сайт, изучите статью. Ну ладно, видео не об этом, видео о заработке в сети. Вот у меня подключены партнерские программы, вы видите, крутится реклама, есть порядочная реклама, в смысле качественная, есть не очень качественная, различные игровые автоматы, но тем не менее можно зарабатывать на всем. Вот если непорядочная реклама, типа всяких игровых автоматов, такую рекламу можно подключить на только созданный сайт, где посещаемость вообще нулевая, но вы должны сразу понимать, что при нулевой посещаемости вы ничего практически не будете зарабатывать. Поэтому вот просто мне пишут люди: «Дэн, мы подключили твою партнерку, там капают совсем какие-то копейки». Я говорю: «Ну потому что у вас сайт без посещаемости». Так вот, сколько можно реально заработать в месяц на своем сайте? У меня на сайте на самом деле сейчас посещаемость-то в средняя не очень большая, но как-то раз были такие статьи, которые выстреливали, и посещаемость доходила до 1000 человек в сутки. В среднем, вот с этими партнерками, которые подключены на моем сайте, с 1000 посетителей сайта можно заработать 600 рублей в день. То есть умножаем это на 30, и со своего сайта вы можете зарабатывать примерно 18 тысяч рублей в месяц, если у вас посещаемость 1000 человек в сутки. Вот так. Какие партнерки? Все ссылки на партнерки я приведу в описании. Первая партнерка People Group. Вот крутится рекламный баннер казино «Вулкан», который... Это People Group, они вас... Ну, там всякая реклама, там не только казино. Там можно подключать, чтобы вам платили за клики, либо платили за показы, либо смешанная реклама. У меня сейчас... подключена, которая только за показы платит, то есть за 1000 показов там капают какие-то деньги. Но деньги капают, даже если 100 раз показали, там копеечки какие-то вам капают. Партнерка выплачивает в баксах, ну, можно переводить на Яндекс.Деньги, переводится в рублях. Вот, People Group можно подключить, даже если вы только создали сайт. Вот моему сайту год, ровно год назад я создал этот сайт и сразу же подключил партнерку People Group и уже год с ними работаю. Ссылочка будет в описании, подключайте, самые молодые сайты принимают, спокойно монетизируют, зарабатывайте. Кстати, сразу скажу, по своей рекламе никогда не кликайте, никогда не кликайте, могут быть различные штрафы и так далее. Сами не кликайте по рекламным баннерам. Лучше попросите какого-нибудь друга. Или вот если вы будете смотреть, зайдете на мой сайт, обязательно кликните. Особенно кликните вот по партнерской программе CatCut. Я ее сейчас тестирую. Она платит, у меня уже деньги на счет капают от них. Но обязательно зайдите, можете кликнуть. Вот рекламные баннера, такие: ремонт стиральных машин. Это партнерская сеть CatCut. Также принимает самые молодые сайты, быстро рассматривает, с минимальной посещаемостью, так что можете подключать и зарабатывать вместе с ними. Ссылка в описании. Ну а теперь перейдем к качественной рекламе. Это тоже CatCut висит, а это People Group. Перейдем к качественной рекламе. А, нет, вот еще у меня есть партнерская программа, которая платит в биткоинах. О ней я расскажу как-нибудь потом, запишу отдельное видео, наверное, сейчас я там, у меня порог до выплат дойдет, я когда сам уже проверю ее на себе, полностью протестирую, я вам обязательно, ну так досконально, просто так-то я с ней давно уже работаю, год работаю, в принципе, порядочная партнерка платит, но вот сейчас мне надо нового порога достичь, когда я его достигну, сам проверю еще дополнительные функции, обо всем вам расскажу, запишу отдельное видео. И самая порядочная партнерка с качественной рекламой, вот которая крутится вот здесь, вы видите. Да, качественная партнерская программа Sape.com, вот, собственно, баннер, чаще всего показывает реально качественную рекламу. Иногда, конечно, появляются какие-нибудь ссылки на желтые сайты, но в основном это реально качественная реклама, там автомобили и так далее, платят в рублях.
Подключение сложно, но потому что это официальная партнерская программа, она делает все налоговые отчисления, вот, то есть я налогоплательщик, я даже плачу налоги с этого сайта, как бы Сейпком делает все налоговые отчисления, вы получаете свою прибыль уже за исключением налоговых отчислений. Но чтобы подключить такую качественную партнерку, надо, чтобы ваш сайт просуществовал не менее полугода, и чтобы на нем было 100 проиндексированных статей. Пишите качественные, хорошие статьи, они индексируются, и вы сможете зарабатывать с этой партнеркой, с качественной рекламой, которая платит в рублях, платит в открытую, все в белую, то есть прям идеальная партнерская программа. Если ваш сайт существует более полгода, и на нем от 100 проиндексированных материалов, Собственно, вот, на сайтах реально зарабатывать. Ставьте лайки, обязательно пишите комменты, кидайте ссылки на свои сайты. Если интересно, напишите в комменты, я еще запилю видео, как просто создать свой сайт реально на движке WordPress. Есть такие схемы, которые там вообще как бы ничего сложного нет. Можете создать и начать зарабатывать. Но на самом деле зарабатывать не так просто. Надо, чтобы вы писали реально какие-то интересные статьи, чтобы вы реально распространяли, чтобы была посещаемость, собственно. Вот. Я-то этот сайт исключительно так для теста создал, но сейчас периодически пишу туда материалы, которые иногда выстреливают. Вот, в общем, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, будет много всего интересного. До новых встреч!